Но нормальная классическая, понимание. Слово «семья», шведская семья, мама и дочка. Дочка Виктория Хельгессон и мама Кристина Хельгессон. Старшая из двух сестер Хельгессон сейчас на льду. Шестое место она занимает после короткой программы. И тут большая группа тренеров. Здесь мы видим, да, в протоколе написано. Но все-таки Кристина Хельгессон, ее мама, такой основной наставник, который работает с ней очень и очень давно. Ну, в общем, будем так говорить, всю ее спортивную жизнь, всю спортивную жизнь Виктории. В прошлом году была пятая на чемпионате Европы, это ее лучший результат вообще в карьере. А, так скажем, в топе женского одиночного катания с Гетеборгского чемпионата мира. We'll be right back.
очень мощная музыка. И вкупе с мощным катанием, конечно, вполне может произойти такое сильное впечатление. Музыка звучала, катания такого, которое требуется, не было, к сожалению. Но по большому счету видно то, что у Хенкисен может получиться такой же удачный сезон, как и прошлый. Хотя, конечно, начала она его уже не так, как год назад, а в прошлом сезоне она как раз тоже выступала на Skate America, заняла тогда третье место. Это была историческая медаль для шведского женского одиночного фигурного катания, потому что она стала первой фигуристкой, шведской фигуристкой, которая выиграла медаль Гран-при, медаль серии Гран-при. Нет, ну понятно, что в истории фигурного катания очень и очень давно, в первой половине прошлого века, были замечательные фигуристки. Вот первый медаль Гран-при для Швеции как раз завоевана Викторией Хельгисен. По-моему, даже вообще это не только касается женского одиночного катания, но и мужского тоже. Ну, причем прошлый сезон в итоге у нее запомнился и бронзовый Skate America, и пятое место в чемпионате Европы. Сейчас начало не столь удачное, но при этом мне кажется, что все-таки вот, не знаю, все это поправимо. Все это исправляется. Мощность в прыжках у нее никуда не исчезла. Выезды чистые, как раньше, ну, пропали, да. Но будем надеяться, что найдутся. Нас очень импонирует эта постановка произвольной программы. И вот такое всегда, не знаю, мощное катание Виктории Хельгисен. Очень похожа на маму, а в свою очередь ее младшая сестра, вторая дочери Кристины Хельгисен, Йоша Хельгисен, очень похожа на старшую сестру. Следовательно, круг замкнулся, младшая тоже похожа на маму. Ну, это так же утрирую, потому что Йоша чуть-чуть другой тип лица, нежели у Кристины и Виктории Хельгисен. Ну что же, 5 участниц мы с вами увидели, дорогие друзья. Значит, впереди у нас первые 5 мест. Это француженка Майте, Кристина Гау, Валентина Маркей, итальянка, американка Кристина Гау, Галина Сотникова и Эшли Вагнер. Третья. Она проигрывает Алене Леоновой, следовательно, Леонова